Чтобы открыть этот домофон, не обязательно иметь при себе ключ. Вы всегда можете это сделать со смартфона, заранее сгенерировать код для своего гостя, либо для курьера, который придет. Если вдруг что-то произошло, то в любом случае есть номер диспетчера, можно позвонить, он круглосуточно федерально дежурит, назвать номер ворот, и диспетчер в камеру, опять же, увидит эту машину и сразу же ее пропустит.